Четкая готовность на фулбах. ДЦшник тоже слышишь, да, Вара? Прием. Слышал. Угу. Тоже к зубу прошу там. Это там профит Вар, да? Угу. РДД. Между собой Рэнджу наберите по полукругу. Разбегитесь, ну, чтобы друг друга не забивать. Сверка хлопнула, спорка хлопнула, разбежались на свои места там, где стояли. Все готовы? Давай, Равен, запускай. Сейчас он поставит и рост. Просто. Мороз. 5 стаков брони, так что заявится. Рост. Ну не слышно? Точно. Слышно. Сейчас шаманом заблюем друг. Понеси в меня. Пусть. Давай выручим. Короче, рановато ты, блядь. Все, идите на свои места. Я донес, нет? Нет. Или не бахнул? Слишком рано отпрыгнул, блядь. Да я затухлого зашел, метка пропала, я думал, все, думаю, что-то быстро так нахуй отрыв нажал. Лок, подвинься чуть левее. А там и шаман тоже сзади в плотную комиссию. Сказали же набрать раньше, да. Чуть левее лок. Лок. Мелизона, часть РДД. Все. Черепочек. Горючу сама готова бежать из пара. Если я скажу в Мелизона принести. С Горючу вечером пойду. Без Горюча. Дальше, блядь. Тут видишь, тут по-другому тайминги идут, чем на циркуле. Ну не совпадает в тупую. Угу. Ну считай, сейчас ты в меточку. Череп к нам, сюда. Попало. Вот простоишь, типа. Лок, умрёшь. Иди мишку. Разбежались на свои места. Дал в тебя каплю, смотри, какая капля охренная. Борис. Ауру, да? Девятый будет забирать. Как заберешь, слышишь, Равен, заберешь мне маму? Две спорки сносим, третью не маму. Все, бью. Короче, не бью. Так сейчас не прыгай, да, раньше времени. Со спорой, это... да, упрыгали-то? Все, разбежались. Выходите хорошенько, а то у Мишки 9 стаков, вайп не трейд. Если я помогу. На одном вдохе пока нормально. Второй будет, еще каплю реплика. Че там за мания? Ну, скоро освободишься? Даже ебал со своей рвотой, сука. Ну, оранжи нет, потому что. Да нет, он на него только ударит. Всего одна на любого. Лок. Холипал, ретрик, стой на месте. Иди обратно, Мелизон. Давай, грин. Ланжер. Все, больше не сносим, добиваем. Дыхнет, мы переживем. ДЦшник, давай зубы. Угу. Вообще изи. И сейчас у меня прожимка. Даю Дим на ману. Спасибо. Ну, сейчас глухая. Опа. Стоим, не сбегаемся. И крик на хп, да. Вообще на изи. Так, чё там? Как там?
Да сука, мразь, ну где от него шмотки? Ну что это такое вообще? Я его даже чувствую. Да уж. Тут сегодня, мягко говоря, говно. Сегодня все нравится падает. Ну, об этом на коже. На все спики, да. Пикнем тебя в аэродром. Юля, захилишь, если уходить не буду? Если ты уходить не будешь. Сблювать не... Мы рыбу ели? Да. Мы просто так, пишем. На этом боссе надо кому-то каплю, не каплю давать? Нет. Давайте, кто там из вас? Равен на боссе, вы к нам. Да, само собой. Если мы под боссом стоим, начинает блевать, за спину перебегаем, там под боссом. Подружим. РДДФ-ки тоже под боссом? Все под боссом, кроме ротовара. Бурский там где-то там шарится. Я найду где мне. Так. Баф у нас есть, манну все выпьем. Все готовы? Давайте постоим. О! Думал, не закроются ворота. Что ты говоришь, кота? Прибежали в топу, правим тупом под ноги. Ну, представь, сводили бы их в точку и били бы двух боссов сразу, да, к коридоре. Прибежали. Две секунды появится большое. Собираем. Забежали, босс. Дружок. Капли горчу фридом дано. Вот тебя представляла. Большой будет. Забирай. За жопу перебежали. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Плащ мне какой-то босса. Кстати, уже не зря сходил, щит забрал. Курыч, курыч, курыч! Бля, вот это хуёвая тактика, там что-то не перебегать, блядь. Это я виноват. Перебегали, и у меня шок КД был. 5 секунд появится большой. Вязали. Забирай большой. Бегите, бегите. Валите. Блять, я проебался. Стоите, сказали же, блять. Я проебался, сорян. Сразу взрыв, ну ёпта.
Че, давай, босс, я подержу резнишко, вот, если что, если надо. Чё, бедонанца, вы не видите, что ли, этот взрыв? Да, бля, я проебался, сказал всё, тихо. Добьёте или подержать босса, медведь, алло? Ну чё, роял есть, я жду. Ну, забирай резни. Шаман. Чем шаман, чё не дурача? Просто. Ну, Гоша, ну. Забирай большого. Ты закинула? Рост. Давай рост. Сейчас, 20 секунд. Именно ХПД. И рост. Побежали за босс. Шама, рост дай. Да. 700 тысяч зачем? Ой, как вы огребаете тут, жесть. Побежали. Встал, дал рост и сдох опять. Ну хоть рост дал. Не зря резал. Там почему-то под конец, вот там 8 стаков показывала, очень боль начинает бить вообще. Такая штука, ну нахуй, просто. Дам правильно. А у кого-нибудь есть клипс? Дам правильно, сука! Вот так, хило шея. Нравится. Так, ладно, идем на профа. Со взрывом это я проебался. Задумался, да. Если кто-то объяснит, могу в АБ посидеть. Зачем? Народ, Дживс есть или нету? Нету, сходи вниз, починись, шкаф поставь. Ну да, я пойду тогда лучше починюсь, ребят. И у кого шмот поломан, лучше тоже починить. Нормально, не красного. Ну, там даже если красного нету, хоть чуть-чуть у себя, если бронь, ну, слетела, то и дымак, и хил, и все это тоже слетает, ниже становится. Потягивайте. Пока он добежит, мы уже убьем эту хуйню. Сверху там этот гопник сидит. А ДПС на прогла хватит? Хватит. Да хватит, если не умирать. Не знаю. Гопник на мне. Всё, там же. Всё, отрагрился от меня. Крипните, а там сверху. Ница пошел, не грипнем мы. Вот это вот. Че, вы клацните, нет? Или будете смотреть нахуй во все стороны, но не, блять, да надо.
Я пошел эту хуйню газ запускать. На месте. А так и должно, да, работать, что надо вентили вот эти открывать. Все, идем внутрь. Все. Рыбку еще раз поставишь или да, без? Да. А че у них так КП много, ничего себе. Ты был тут вообще, Войт, на профи? На этом серьезнее. Тут, чтоб ты понимал, даже, мне кажется, с более высоким ДПСом, ты все время бьешь слизги. Ты вообще профа не успеваешь. Короче, чаще выходит, да? Нет, ДПСа мало. Может быть, ХП просто на 50% больше у босса? Я слышал, что на 50. Ты от слизня до слизня тут играешь. Так, короче, сейчас поставлю рыбку. Пасочку. Очки и рыба. Фулл рыбав. У меня 4 минуты до конца пасочки. Там у нас падали, так что... Давайте фулл рыбав. Профа бьем под слизнем. Равен, ты знаешь, да, как выглядит? У меня раздел... Просил Женя, я видел это один раз. Женя, я сделаю как видел. Все. Все делаю, короче. Доводим до 83, стопаем ДПС, убиваем слизни, потом только переводим. Также на 37%. Даже 38%. 38% убираем босса из таргета, убиваем слизня, допиваем лужа и потом переводим. Здесь все здесь были, все тактику знают, все представляют. Ну тут разные вообще тактики, то есть по-разному водят. Поэтому лучше ты покажи, где танк будет танчить, потому что многие танчат либо около стола, либо около стенки. И здесь ДДшники, и РДДшники сбегаются в разные места по-разному. Вот, нет. У нас проф преимущественно будет стоять там, где вот сейчас прыгает друг. А кинь эту метку, Жек, ты, которая... Да я хуй не знаю, кому кидает. Чисто. Есть. Вот. Вот тут будет стоять проф. Во время того, как появляется зеленый слизь. Убьем профа, появляется зеленый, мы свищем зеленого. Типа, если зеленый будет на миликах, милики отлетят сразу. И все. А все остальные, весь рейд стоит в центре вот здесь. Кидается на кого-то из РДД, естественно, там он успевает дойти до одного из РДД. И второй раз он не доходит, мы его уже заливаем. Когда вы в этот красный, вот, танк, друид уходит с профом к стеночке. Для того, чтобы поставить здесь колбы перед зеленым. Он ставит здесь колбы, мы убиваем красного слизня. Он опять отводит профа вот сюда. Ждем зеленого. Вот, я говорю, на 83 мы стопаем. Ну, у нас на первой фазе должен быть вообще один только слизень, зеленый. И все, и мы его должны перевести. И на третьей фазе то же самое. Все одно и то же по одной тактике. Вылезает красный, мы бьем красного, проф уходит вот сюда. Ставит здесь колбы. Вот. Мы убиваем красного, колбы поставил, отводим его вот сюда. Все. И здесь ждем зеленого. И бьем. На каноне ты все будешь? Ну да. Естественно. Заебись. Так, саппорты мы тут пьем или ну, оставляем? Пока не надо ничего пить. Пейте на АП, на СП, да? Если будут какие-то проблемы, мы с первого трая не убьем, да, будем? Так, пока не надо. Чекаю на бах, на готовность. Все, все готово, идите танки к столу. Равен, поведешь, как он первые лужи. Окей. Все готовы? Давайте, гуляйте.
ты, бля, зря так сейчас понял. О, уже кинул? Чуть далеко ты отвел, но убивай. Там со слизнем. Слизни слишком ли все? Сама нас бегит. Спинем, блядь. Вот, вводим. Стоп, стоп, стоп по боссу. Фулл стоп по боссу. Брали из таргета, сейчас красного убьем. И, блядь, доты не дотикают. Там. Красный назван убивал. Что, плохо переводим? Пельмень полетел. Давай, подводи. Колбы ждал. Зеленого свечного? Все, прошло, прошло. Удаление захиливается. Свечно все красное, колба мелит. Пельмень полетел. Батюшки, про этого, блин, про ебли. Зелёного. Ты закинул, уронили. Йо. Блять, вы реально только урона получаете? Вы чё, прогасы не можете? Красно, слышно? Не бейте профа, слизень бьёт, идёт. Бейте слизня, что вы делаете? Хуёво. Колбы ставят. Каждый раз по-разному ставит, понимаешь? Да, да. Смена таргета отбежали. Пойди к зеленому профу прямо сейчас. Вот, вот так он не должно быть. Ну, блять, по таймингу, зеленого. Если бы всегда так было. Зеленый. Слишком ли зеленый?
Бля, похуй вообще не я. Смотрим, кого красного. Красного с вишней или все. Пельмень полетел. Далеко от рейда водишь. От профа далеко, но никто-то красного не водит. Зеленая сисма. Пельмень центра улетел. Закинул. Все падает. По новой. Минус 2 ДД. Я могу дать. Приназан, да? Порез. Ну, сейчас он побежит, да? Назан, иди сюда, аккуратно. А диван для чего дали? Ну, чтобы не бежать никому. Снимешь диван, резнешь. Сын очень долго будет бить куклу. Очень далеко вводим красного от рейда, профа. Чё равен, смотри, тоже слишком быстро профа перемещается, блядь. Не успеваем, блядь, ему подбежать, чтобы дамажить. Можешь отвозить его не... Допустим, не прям туда к стеночке, а вот сюда ближе к столу, чтобы как бы вот по одной прямой ходил. Я понял. Там видишь, в чём трабл. Он типа... Перед вызовом должен сделать холд, а он делает после. Но не всегда. Он типа вызвал, может еще секунд 10 стоять, а тайминг уже дошел уже давно. И он только потом делает колбу, а слизень уже давно вышел. Ну вот, допустим, смотри, он читает зеленого. Призыв зеленого, он читает здесь, где я стою. Потом он читает призыв зеленого. Зеленый пока появляется, он ставит колбу. Но пока зеленый появляется, ты его отводишь сюда. Чтобы ты стоял спиной вот к этой хуйнюшечке. Не проф стоял прям в слизне, а ты стоял вот спиной вот так вот. Понимаешь? Потом, когда зеленый выбирает цель, допустим, если кого-то в миле, мы сразу разлетаемся. ДД, РДД свечится, как только он вот появился, блядь. То же самое с красным. Только он появился, еще не выбрал цель, все сразу свечатся в красного. Начинает фулл апдот, начинает дамажить еще до того, как он выберет цель. Также зеленый. Потому что, ну реально, он там два раза доходит зеленый. Красного водите не туда, не по дальней стеночке. Там. Старайтесь ближе к центру, где стоит рейд. Чтобы рейд не сильно двигался. То есть, допустим, РДДшки не могут на ходу кастовать. Милики, блядь, тоже сначала туда добежать, потом обратно до профит. И потеря времени. Вот, поставь шкаф, пожалуйста. В принципе, принцип вы поняли, я думаю, увидели все. Как это все надо сделать. Ну, вот в прошлый раз у нас ДК так водил, ну ДК опытный был. Так водил, что да, вообще не напрягали. Поэтому район окей, да? То есть не только к стеночке, а вот. Ну я об этом уже думал, что вы пока с центра добежите до туда, это да, долго. Да, 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 да. Я уже думал, что в бок водить. Да.
Не надо только красного уводить от профа, а то вы уводите, блядь, и мы потом пока добегаем, уже зеленый начинает литься. И вот Равен изначально, то есть ты его, блядь, спулил прямо вот отсюда. Агри его, блядь, нормально и веди. Вот он кинул лужи и потихонечку пошли до зеленого, потому что тоже так дамажить, блядь, невозможно. Но, блядь, проф бегает по всей. Нет, все светятся, ребята, без исключения, все будут светиться. Так, я рыбу не поел. Баф уже раздали. Чекаю, проверьте все свои бафы. Кому что не хватает, напишите. Ретрик, по шаману МП, дай. Все, МП дали. Чекаю последний раз. Вот. Все, все готовы? Равен ближе, агри только. Я слышу, вот пей. Давайте, давайте, пуляйте. С полу бурсты отдаем. И все равно откатится вот эти фазы. Плотную подводи к зеленому туда. Я ждал каст. Все, зеленого все стричными. Выберет. Шаман. Шаман близко стоит. Да не стой ты с ним, ну отбегай, ебаный. Добейте его уже. 4% переводим быстрее. 3. 2. Я успею. Хлеб не успею. Блять. Ничего страшного. Бежали все от красного. Красного сейчас пишем. Правим. У стола, как поставят колбу, только потом поведем. Вот он, кого цель. Я, блядь. Блядь. Пельмень полетел. Сейчас колбы поставили. Колбы. Смотри. К зелёному там, туда. Пусть там и стоит. Вы подальше отойдите, РДД. Так, чуть-чуть. Близко с пельмень полетел. Зеленая. Все, в зеленого все свищено. Хорош. Даже дойти не успею. Правильно, да, колбы в центре это вообще не вариант. Нету колб, я к вам подвел, блять. Колбы 15 секунд. Не, ДДМ не работает по этой хуйне. Скоро будут колбы, у вас красные. Свищ надо. Красного, свищ, тыка, убегай. Зеленый появляется.
зеленая вся свечная. Шаман изменить. Угу. Красный появляется. Красный свечный листья. Названный взял. Велики помогли. Зеленый появляется, готовимся. Зеленого все свечнее. Отбегайте. Красного, смотрим, все свечные здесь красные. Убегай! Убегай! Вау, беги. Не надо кричать. Ты чё, паладин? Да тихо будьте, блин. Проценты сколько? 37, надо стопать. Стоп, не типа босс. 1%. Все, 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 убрали. Стоп, по боссу, стоп. Да сейчас доты переведут нахуй. Зеленого? Да, 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 конечно. Все свечными. Отбегайте от него сейчас. Удалите, бля. Ложу допивай. Я уже 5 секунд. Все, все, все. Пойдет. Сейчас все к столу ближе. Уже разлить. Как можно быстрее к столу. К столу ближе. Просто. Скоро. Так, чё, скольки стаков держишь? Три. Три? Здесь вообще похуй, хоть по 8. Давай, на 4 заберу, там поменяемся. Просто пробивать будет по-другому. Колбы ты ёпай. Сейчас будет. ТД под боссом не надо стоять. Сейчас получите лишнее. Встаньте ближе к центру. Так, колбы забирай. Ближе к центру, да-да-да. А, да, чтоб лужа в центр летела. Заберу сейчас. Легко. Шестой кинет, заберу, тоже до 6 подержу. Кни, хотел. Все прожимы есть. Ближе. Проха, встаньте на. Все, изи, убери. Забирай. Даю ШВ. Не веди, не веди, не веди. Не веду ничего. Смотрим, сколько на людей получу. Не, я точно получу. Раз.
Все. Красавчик. Какие плечики еще на барах? Так, ремень пока не... Чего курим? Хороший ремень, прям надо все идеально. Хороший. Покурим, мне? Может пойти покурить, у меня уже рука болит, блядь. Да, это... Добегите до крови, там. Там поставлю на фоллоу, хорошо? Так. Так, Лок мне готов помогать, Лок? Сферы держать. Ну да, ну, не, мне не нужно, у меня там mm-hmm. это самое. Ты, мне что-то... на трансмут, если еще плечики пригодились бы. Это ретрик говорит. На ПВП, если что, одену там. На портовар. Трансмут нет. Не аргумент, извините. Не, ну просто вдруг, если ты кому-то вообще прям забирает только из-за того, что это лата. Не, на ПВП там АРП одену на портовар. Ну да, блин. Давайте добегаем до крови и АФК. Минутки 4. Вот видите, убили. Спасибо, Рал. Мы Ильича убьем, я думаю, если падать не будем. Если мне еще никто не взял. Я взял. Тут время не спускается.
Лок, ты тут? Гай. Сейчас выйду. Ага. Я переписываюсь, пока выкашиваю, сейчас я отойду. Лок тут? Нет. Так, я здесь. Угу. А есть время сдать квест? Нету? Да, какой сейчас квест? Уже все придут, уже перерыв закончился. Да сдашь все. Да, просто ДПС будет чуть побольше от руны этих Сириусов. 10 силы тебе или 20 камень даст больше нет, ДПС? Нет, ты обрати внимание, что там ты сдаешь одну Сириуса, да, тебе дают 5 очков усиления. 5 очков усиления – это 10 очков силы. К силе. Ну, то есть в итоге 20 силы, да. 20 силы, думаешь, намного апнет ДПС? Ну, тем не менее. Да, успеешь. Потом, да. Не, мне сейчас лок нужен. Тут, не тут. Или надо с ним план капкан обсудить. А, ну вот, смотри, ты будешь отправлять на одну кинетику любую. Выберешь своего пета-беса. Я буду видеть, на кого ты будешь отправлять. Если я вдруг не справлюсь, тогда будешь помогать вручную. А то тут кинетика, блядь, до ужаса конченная, нахрен. А если б шилдов не было на них, какой-то шилды там, блядь, я не знаю, в поглот уходит, она нихера не хочет подниматься. Пока пробьешь этот шилд, пипец какой-то. Тут... Так что отправляй беса, я буду видеть, кого бес там бьет, и если что, скажу тебе помогать. Чё, и названо АФК? Да на любого, я буду видеть, на какого ты отправляешь, я все равно буду бегать за кинетикой чисто. Шаман Ретрит Прист. Шаман тут. Нас просто, блин, на циркуле, блин, на... Хантовские педы по воздуху бегали, можно и в соло было, и в 25 гири, ну и шилдов не было. Давайте потихоньку трэшим, у нас полчаса всего есть, если не хотим кое-что сделать. Давайте, не хватает только ретрика и ДЦ. Ретрик здесь. Все, ретрик здесь. Все, хорошо. Советника первым забываем. Бэтлям нафигачил в кукле. Нормально. В цепях еще 2 секунды, аккуратно. Уже. Втягивание висит, поэтому... Да. Больше вытягивания это убивает. Ну чё, в бок нормально водите, профа в центр? Нормально, нормально. А можно эту сферу брать или нет, интересно? Я юзает маг. Слушай, а чё-то по последнему мапу я прям с одной руки 48, с другой 28 дал. Это чё, какой-то плюс назван баф? Назван пришёл. Все остальные пришел. Спуститесь вниз, назван иди сюда. О, кто-то не взял. Пока. Не агрите пока. Вот. Кто у нас сильный такой взял сферу? Назван это тут? Да, иди, тут. Иди сюда, иди ко мне на лестнице. А, ты на шаклике поставь, ты, да? Да, да. Звездочку зашаклишь. Давай команду зашаклю. Шаклишь. Еще раз. Все, не трогайте его. Тактика первым убиваем. Забери, забери.
Это все равно шакал спал. Он портается, потому что Женя шаклить надо, тогда уж лейтенанта, чтобы он не дебаф на меня не вешал, например. Блять, такой умный, пиздец, вовремя, блядь. Я хочу тактика за шаклить. Я бежик у меня такой. Юли, это черни его. Что, тактика? Это, так, да. Койл не сработал. Я говорю, тактика не вижу. Сейчас бы. Извините, пожалуйста. Извините, я не должна кричать. Просто мне роги не нравятся. А что тактика? Они, по-моему, блядь, нет таких, кому не нравятся. Но... А, нет, паладинам мне... похуй, по-моему, на них. Мне нравится и эрпалам реально на рогам. На рог похуй просто. Им все, что нужно. Им все, что нужно о рогах знать. Это просто держать красную жаку. И все. Да не, он вообще, в принципе, ничего рога не сделал. Можно ауру поставить, я сделал на самом деле. Просто бегаешь, флешку спамишь и все. Такая же тактика же, это работает. Ладно, кого еще пошаклить? Вот это, теперь шакли. Медведь самый умный, блядь, оказался. Если вайпов не будет, успеем, Шиман. Сопроты все хоть взяли? Я себе я писал, что обязательно. Ой-ой. Как бы нам, блядь, на этих не упасть. А? На принцах, блядь, не упасть. Баланна-то хуй с ним. Ну да, ну сейчас посмотрим. Если что, пусть помогают сферы. Тут главное кинетику не уронить. Чё, пси, если ты в диссе, поставь плюс. А чопса же точно еще нет. Нет, нет, нет. Ставь плюс, если ты в диссе. Он на дискорде. На дискорде? Да. Нету чопса. Секунду, мне кто-то пришел. Понял, Райан. Живи, как хочешь. Точно, Женя, я не знаю, заходи на Холипала в фильме, надо отойти. Дядьки приехали. Видите, какого-то дизайна? Видите, вон чопса. Пару. А, хил. Не зайдет на моего холипала. Точно надо отойти. Ты слышишь? Заходи на холипала. Да, да. И перекинь Релла себе. Все, я ушла. Давай. Так, не агрите пока. Ответственно уже, хотя... А, нет.